Вся последующая история евреев, она будет связана с историей в христианствах. Хотя у меня есть и история христианства, естественно, в этот курс я буду больше говорить об истории евреев. Но о христианстве я не могу говорить. Почему? Потому что мы видим, что иудаизм и христианство, они были противопоставлены, да? Вот, определенных, ради определенных религиозных, политических интересов. И затем, естественно, дьявол в это дело сыграл роль. Тысячелетиями евреев ставили перед такой задачей. Если ты хочешь стать верующим Иешуа Мессии, да, ты должен отказаться от иудаизма. И поэтому мы должны видеть, как это происходило и что нужно делать для того, чтобы восстановить разорванное и утраченное. Хорошо. Вы всех апостолов помните? Ну, перечислите, кто мне может встать и перечислить апостолов? Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Ну. А Лука? Я имею в виду, есть апостолы, как ученики Иешуа, да? И мы говорим, их 12. Да, ну, запишите, если кого-то интересует. Кто-то из них был не евреем? Все евреи. А Лука? Тоже. Тоже был еврей, только у него фамилия, только у него имя Лука было, потому что он был, да, в эллинистической культуре, да? Хорошо. Итак, первый. Петр, Симон, Шимон, да? Шимон. Петр, Шимон. И второй, его брат, Андрей, да? Говорят, Андрей первозванный, Андрей первый пришел и позвал своего брата Петра, да? Хорошо. До этого... Вот. Следующий, да, после него Яков Завидеев. Яков Завидеев и Иоанн, да? Иоанн кто? Брат Якова Завидея. Итак, два брата и еще два брата, уже четыре. Видите, многие из них были родственники друг другу. Следующий Тома, пятый. Тома. Фома по-русски, я еще раз говорю, Т, оно и как Т читалось. Что значит «тома» по-гречески? «Тома» – это значит «рассекая». Поэтому «тома» и означает «близнец». Да? Вы знаете, однояйцевые близнецы – это что? В результате разделения одной яйцеклетки, да. Поэтому «тома» – это... Мы не знаем его. Может быть, у него было какое-то еврейское имя. Вот греческое «тома» – рассеченный или, значит, близнец. Следующий – Филипп. Филипп. Да. Филипп. Следующий. Бартолмай, да? Варфоломей. Бартолмай. Бар, потому что его он сын Толмая. А еврейское его имя Нафанаил. Нафанаил. Натаниэль или что? Дал Бог, да? Фе, опять-таки это еврейское Т, да? Ф. Натаниэль. Или дал Бог. Значит, Бартолмай, или Варфоломей в греческой транскрипции, и Нафанаил в греческой транскрипции, или в еврейской Натаниэль. Это один и тот же человек. Так. Следующий. Матафей, или Матитьяху, или Матфей. И у него было еврейское имя. Какое? Леви. Леви. Я еще раз говорю, помните традиция? Евреи в рассеянии, да, они брали два имени. Одно имя для общения узкого круга, знали только родственники, одно для всех других, чтобы не выделяться. Понимаете, вот сейчас почему-то многие начинают выделяться, допустим. Идут, одевают кипу и идут в христианскую общину. Вы знаете, я член церкви, когда я в своей церкви, я в кипе или без кипы? Без кипы, потому что зачем? Здесь, да. Кипа показывает, что я под покровом Всевышнего, да, и что я еврей. Ну, если я буду идти по улице, меня будут бить камнями, это нормально? Вот. Или я в Алмате, там много мусульман, и разных мусульман, да, был там очень хорошей семье, ну, там жена моего хозяина, она носит крестик, так, причем крестик, чтобы было видно всем. Ну, и ее там на базаре чуть мусульмане не побили. Зачем? Это нужно. Правильно? Еврейская задача что? Не выделяться. Не выделяться. Мы должны, да? Мы должны проповедовать
Евангелие, но мы не должны специально провоцировать людей на какие-то вещи против себя. И евреи с этой целью принимали имена тех народов, среди которых они жили. Итак, восьмой – это Матфей или Левий. Матитьяху, Матафи, Матфей, Левий. Следующий, девятый – это все один был человек, Матфей, Левий, Матитьяху, да? Девятый – Яков, другой Яков. То был Яков, сын Завидея, да? Это Яков, сын Алфея, да? Бар-Алтей. Следующий был Шимон. Еще один Шимон, десятый Шимон и Петр Шимон. И чтобы их не путать друг друга, одного назвали Петром или Кифа, да? Да. А другой был просто прозвище Зелот. Понятно, что он что? Кто был? Зелотом, да? Следующий. Значит, Иуда, сын Иакова. Иуда, сын Иакова. И он же имел прозвище Фаддей. Фаддей. Почему? Я еще раз. Греческое имя какое было? Фаддей. Еврейское имя? Еврейское имя Иуда, да. Сын Иакова, да. И двенадцатым последним, это был тоже еще один Иуда, да, который, да, Искариот или Сикариот, неизвестно происхождение этого прозвища, может быть, Сикариот, то есть он тоже был зелотом, но в отличие от Шимона, тот зелот, а тот Сикариот, это одно и то же. Но после его смерти выбрали еще одного, назвали по имени Матфей. Матфей, чтобы не перепутать Матфеем. Ну, это были те апостолы, которые были учениками Иешуа. Еще слово апостол будет означать посланник, мы потом будем говорить об этом, или миссионер, да, или руководитель миссии. И это слово приобрело такой же первоначальный смысл уже только в нашем веке. Первая христианская община отличалась от окружающих евреев только верой в совершившееся пришествие Мессии. Больше они ничем от евреев не выделялись. Некоторые вот показывают, что, это если вы можете видеть, разные иллюстрации к Евангелиям, ученики Иешуа, они все сидят без головных уборов, а все евреи в головных уборах. Заметили? Как вы думаете, Иешуа носил кипу? Думаю, что да. Он одевал талит, и пейсы у него были, можете быть, он тоже был так, выглядел, как и. И отличить христианина от еврея, пока он рот не откроет, нельзя было, понимаете? Но если он проповедовал Иешуа пришедшего, мессию, то тогда уже говорили, что он, естественно, христианин. И поэтому нужен был потом, в последующем я говорил, я буду говорить, тест специальный по этому. И да, люди смотрели на эту общину, как на одну из сект или одну из групп хасидим, любили их за кротость, благочестие, простоту. И пребывание в этой группе отнюдь не рассматривалось как ересь или раскольничество, и первоначально не подвергалось гонениям. Интересно, что Иешуа не оставил после себя никаких формальных обрядов или ритуалов. Даже то, что мы называем сейчас крещение или хлебопреломление, это были какие-то особые ритуалы? Нет, это все уже было, да? Только Иешуа наполнил их новым содержанием. В ритуальном смысле Иешуа ничего не сказал, что вы должны особым образом одеваться или, скажем, не должны соблюдать субботу. Когда Иешуа ругали в несоблюдении субботу, это действительно было несоблюдение субботы. Это было настоящее соблюдение субботы, так как Бог предусмотрел для этого, да? Просто фарисеи ставили ограду. Иешуа часто нарушал эту ограду. Но субботу он не нарушал никогда. И это для нас важно помнить, потому что до сих пор многие говорят, что христианство – это совершенно отличное от иудаизма. Христианство – это иудаизм в действии, да? Мне очень нравится определение Адина Штензальца, который руководит, это хасидский раввин, который руководит образованием на территории бывшей СНГ, и он говорит, что иудаизм – это христианство без креста.
Можете записать, да? Иудаизм – это христианство без креста. Не без креста. Христос, Мессия – это тоже одно из основ иудаизма. Вот. Но без креста, то есть без того, что считать Иешуа Мессией Господом, Богом, да, принявших смерть на кресте за нас всех, да? Вот, какая разница, да, в отношении креста у евреев и у мусульман? У ортодоксальных евреев, я хотел сказать, и вообще всех евреев, и у мусульман. Какая разница? И кто больше любит, уважает Иешуа, мусульмане или ортодоксальные евреи? Видите, с точки зрения, да, Иешуа, они говорят, Иешу, Ихи Шем У Шахах, да? Ихи Шем Шахах У. Вот так, Иешу. Но вообще говорят, может быть, что имя Иешу, это просто вариант произношения в Галилее. Помните, в Галилее был немножко другой диалект. Поэтому, если в Иудее говорили Иешуа, в Галилее вполне могли сказать Иешу. Но они говорят так, что это человек, который возомнил себя Богом, да, распяли его, в общем-то, правильно сделали, хотя лучше было бы побить камнями. Вот интересно, если бы Иешуа побили камнями, что бы люди носили, а? Вот такие маленькие камешки, знаете, есть камешки с дырочкой находят на море, да? А кто-нибудь большой такой взял бы, булыжник, так это, патриарх, и ходил бы с булыжником, да? Ну вот видите, я же говорю, вот. В общем, короче, за богохульство его казнили и правильно сделали. И пусть имя его будет забыто. Поэтому они стараются об этом не говорить. Мне приходилось очень много говорить с евреями, а еще даже на курсах иврита, где я был. Вот однажды у меня даже случай был, я ходил на курс иврита в Мигдаль. И там было у нас, значит, где-то минут 20 до урока. И я начал там, собрались, но начал рассказывать. Учительница сидит в зале и думает, ни одного ученика нет. Все стоят в коридоре, меня слушают. Ну и что вы думаете, покаялся? Значит, они говорят, это для христиан. Это интересно, да, он был действительно праведный человек, он был еврей. Но, в общем-то, это для христиан, это не для нас, евреев, да? Часто вы можете услышать такую отговорку. Но в действительности Иешуа, он есть кровь и плоть еврейского народа, да? Видите, многих возмущает, почему Иисус был евреем, да, и Мария была еврейкой. Да, они были евреями. Некоторые говорят, Бог не имеет нации. Да, Бог не имеет нации. Но Иешуа был Бог, да, и был, то есть есть, и совершенный человек. А как всякий человек, он что имеет? Папу, маму, национальность. Он живет в определенных культурных традициях. Иешуа был обрезан на восьмой день, да. Мы говорили, в учении он ни в чем не выходил за рамки фарисейского учения, кроме того, что говорил, приблизилось Царство Божие, и вот оно спасение. Да? Кто верует в меня, тот будет спасен. Вот это единственное только, что Иешуа говорил. Остальное – это школа Гилеля, школа Шемая, причем большей частью школа Гилеля, а в отношении развода – это какая школа? Школа Шемая, да? И все, что говорил Иешуа, это уже существовало в иудаизме. Даже учение о троичности Бога, которое Иешуа не говорил, о котором говорили последующие философы и теологи, помните, мы уже находили, в нормальном иудаизме это все есть, да? Это все есть. Знаете, есть такой анекдот. Сидят раввин и священник православный и спорят друг с другом. Ну, вот он говорит, у нас, говорит, возлюби там ближнего, как своего себя, правильно открывает, вот это у нас тоже есть, да? У нас, говорит, то-то, то-то, открывает раввин, говорит, вот это у меня тоже есть. Все, говорит, батюшка, ну, а у нас Иисус учит, возлюби своего врага. Этот посмотрел по Торе, нет, это, говорит, у нас нету, хотя есть. В одном месте косвенно, что надо развичить осла, врага своего, да? Вот. Но, говорит, у нас этого нет. Подумал, говорит, ну ведь, батюшка, и у вас этого нет. Точно, говорит, батюшка, да? Чтобы вы понимали. Вот. Иешуа никаких
теологических заключений не давал. Да? Любят очень теологию анатомировать. И если где-то Иешуа говорил, что вы так учите, а я говорю вам так, и это не противоречило тому, чего учил Моисей и пророки, да? Но это противоречило той ограде, которую учили фарисеи в то время. Итак, мы видели, что христиане, разве что большей мягкостью, большей праведностью, кротостью, благочестием и простоты были. Вот. Все христиане того времени, их называли иудея-христиане. Ну, вы знаете, что первоначально все христиане были евреи, может быть, незначительное количество было, да? И евреи как хасидейского, да, культуры, так и эллинистической культуры. Затем кто были? Самаряне, да? Самаряне, они, в общем-то, не считались кошерными иудеями. Хотя они, в общем, тоже иудеи. Самаряне где приносили, и сейчас приносят они жертвоприношения, вы можете посмотреть в фильмах. Вот как-то все-таки фильмы надо вам показать. В прошлом году я показывал, еще можно будет показать, как самаряне приносят на Пасху жертвоприношения, они прямо жарят в земляных печах, и возле горы Горизим. Помните, гора Семечки? Где когда Йошуа бен Нун, да, одна гора Гевальд, ой, Гевальд, и там все проклятия были. А другая – Горизим. Она до сих пор зеленая. Гевальд почему-то проклятая гора. На ней ничего не растет. Вот в одном месте две горы. Между ними долина, да? И вот там как раз произносили клятву Йошуа бен Нун и его люди. И вот на этой горе Горизим до сих пор находится жертвенник. И приносят жертву, да? Есть другие группы евреев, которые приносят жертву и не связаны были с храмом. Помните? Фалаши, я вам говорил, да? И даже есть некоторые группы христианские, которые приносят нечто похожее на жертвоприношение. Например, кто? Грузины. Грузины и армяне. Да. 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 Они не на горе Горизим. Грузин не Горизим. Но барышка жарит, шашлык кушает. Да? Вот, если можете почитать про первых пятидесятников, самые счастливые люди на земле есть тоже. Один армянин пишет, что пришли там пятидесятники, и им армяне пожарили барашка, а тот посмотрел и увидел, или как-то пророк сказал, что барашек, оказывается, не кошерный. Посмотрели, у барашка действительно там бельма на глазу. Читали эту книгу? Ну, почитайте про первых пятидесятников. Самые счастливые люди на земле, какой-то армянин написал, вот не помню, как фамилия его. Да-да-да. Вот. То есть есть разные группы. А, кстати, караимы, они тоже на Пасху жарят барашка, да? То есть есть разные люди и разные группы. И несмотря на это, все это, в общем-то, было в пределах определенных традиций. Еще особой вещью, которая отличала, значит, это было проявление духовных даров. То есть говорение на языках, чудотворение, сверхъестественное исцеление, пророчество. Вот. И вы знаете, что были сверхъестественные и исцеления, и различного рода божественные исцеления, и даже среди иудеев. Чем профессионально занимались ребята там, сыновья Скевы? Да? То есть были такие бродячие раввины, которые занимались такими вещами и среди евреев. И когда они увидели, что особенно хорошо это уходит у христиан, они говорили, именем Иисуса Христа, в которое верует Павел, да? Вот. У Павла, я говорю, знаю, говорит, бес, а вы кто такие, да? Иисуса знаю, а вы кто такие? Вот. Но именно настоящее действие даров, такое мощное проявление, появлялось в церкви. Вот. И еще мы видим, что первоначально евреи не сильно торопились евангелизировать среди язычников. Какая проблема была Петра? Да, хотя Иешуа сказал, идите, да, сначала от Иерусалима, потом в Самарию, потом дальше. Да, Петр пошел в Самарию, только потом пошел, да? Только потом пошел. И была проблема у Петра, потому что должна была личная
от Бога, да, лично от Бога откровение Петру, чтобы он пошел к язычникам. И вот еще интересное явление. Итак, мы говорили, что их называли назареями, да, они сами себя называли талмидим, вот, еще их называли эвианитами, это арамейское, означает нищие. Нищие. А церковь – это искаженное греческое кирконин. Да? Кирконин, кирха, церковь. И примерно такое же слово, как цирк. Да? То есть место общего собрания. То же самое, что синагога. То же самое, что синагога. Вот проблема возникла в церкви с разделением между эллинистами и хасидеями, ставшими учениками Иешуа. Деяния, 6 глава, 1 стих. «В те дни, когда множились ученики, прошел у эллинистов ропот на евреев». На евреев, значит, на иудеев имеется в виду, да? Вот. «На то, что вдовицы их были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей». Ну, раздача гуманитарной помощи – это всегда животрепещущая проблема в церкви. До сих пор и будет, наверное, до прихода Иешуа Мессии, да? И 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, не стоит нам, значит, оставив Слово Божие, нехорошо, да, пищись о столах. То есть нам нужно заниматься учением, а есть практические вопросы, которые могут разрешить другие люди. Братья, выберите среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, да, и так далее. И мы постоянно приводим молитвы и служение Слова. Кого выбрали? Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца. И сколько среди них было евреев? Один, да? Да, обращенного из язычника. Звали его Николай Антиохийц. Все остальные, хотя они были Филипп, Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, это были греки. Это были чистокровные, стопроцентные, да, евреи. Но они жили в греческой культуре. Почему же выбрали таких евреев с греческими именами? Ну, потому что именно эллинистских женщин и обижали, да? Не давали им гуманитарную помощь в полной мере. Поэтому те, кто были обижены, из их среды и выбрали. Вот. Хорошо. Вы помните, что были эллинисты, да, и были те, которые придерживались строгого такого еврейского учения. Вот Филон Александрийский, например, иудейский богослов, пользовался только септуагинтой, так как не знал иврита. И многие евреи вообще не знали иврита, они знали либо арамейский язык, греческий. Вот поэтому Евангелия написаны на греческом языке, хотя есть мнение, да, что первоначально некоторые Евангелия, в частности, какое Евангелие, мы будем говорить, Матфея, было написано на арамейском языке или на иврите. Еще вот этих людей, которые жили в греческой культуре, за то, что они не занимались особыми проблемами святости, называли эпикорусы. Эпикорусы, да, от слова эпикур. Да, человек, который жил так, как ему нравилось, да, они считали, что, ну, ничего, мы покаемся, с агрессивами покаемся, да, эпикорусы. И именно про учение эпикуров сказано, что, значит, их бог чрева. Впоследствии слово эпикорус в еврейской традиции стало пониматься как отступник, как отступник. Всплески греко-еврейского конфликта в Александрии продолжались около 75 лет. Помните, в Александрии были греки, огречившиеся евреи и евреи ортодоксальные. И происходили погромы, когда один квартал шел в другой квартал. И кто бил? Евреи и били. Да? Может, потом не евреям понравилось, и они стали бить евреев. Значит, в 1935 году был крупный такой погром. В 1938 году римский префект Флаг, он как раз подстрекал к таким погромам. И события были спровоцированы визитом Агриппы
которым евреи Александрии оказали поистине царский прием. Вот нечто подобное произошло в Тире. Значит, Агриппа, царь Агриппа, ездил тоже с миротворческой миссией и примирял евреев между собой. И вы помните, что было в Тире? Ирод, который Агриппа, да? Ирод же, поискав его, не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян, они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от областей царских. И в назначенный день Ирод, это не тот великий Ирод, да, а Ирод какой? Агриппа. Одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. И ангел Господень, да, поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был съеден червями, умер. Вот это как раз происходило между 35 и 38 годом нашей эры. Эти события происходили между 35 и 38 годом нашей эры. Хорошо. Теперь, кто такие назареи и чем они отличаются от назарян? Так. Кто такие евреи и чем они отличаются от иудеев? Если мы видим в одном месте в Евангелиях, допустим, и пусть это евреи, а в другом месте написано иудеи. Или написано, что Иисус Назарей. Значит, это важно нам записать, чтобы правильно понимать. Итак, назареи – это мужчины, могли быть и женщины, но в принципе редко были, которые по обету, данную на определенное время, считались посвященными Богу. Ну, были отдельно люди, которые пожизненно типа Шимшона, но обычно это делалось на определенное время. На какой-то определенный срок они считали себя посвященными Богу. К ним предъявлялись определенные требования. Написано это в чисел, 6 глава, 2 по 21 стиха. Так? Назначение назари, значит, что означает посвященный, да? Назир. Назир. В современном иврите это слово означает монах. Назир, да? Это тоже синоним. Есть кадош, святой, да? Назир, посвященный. В современном иврите слово назир означает монах. Вот. А по-американски обезьяна, да? Монах, да? По-американски монах-обезьяна, одинаково, по-моему. Или пишется, или звучит. А? Пишется по-разному, она называется одинаково, да? Да. Вот. Значит, а были еще жители из Назарета, Нацри. Нацри. От слова Нецер, ветвь. И это совершенно разные вещи. В Евангелии в одном там есть написано, да, что «назарей». И это неправильно. Это греческий перевод, значит, неудачный, неправильный. Тот, кто переводил, он не понимал разницу между жителем Назарета, Нацри, да. Видите, Назарет, получается, он тоже как Назарей, да, житель Назарета. Назарета. Назарей, значит, Нацри. На иврите это разные вещи. От слова «нецер» – ветвь. И одно из названий, да, Нецер, вы помните, это ветвь, да, из колена, из рода Давида и так далее. То есть это тоже одно из названий Мессии. Нецер, да, Нецер. И есть разница между Назир и Нецер. Поэтому слово «назарянин» применительно к Иисусу, к Иешуа, означает происхождение из города Назарета, Нацерет, Нацерет. Эллинисты, я уже говорил, что эллинисты – это не эллины. Да? Точно. Так же, как литвак – это не литовец. Евреи. Евреи – это те евреи, которые говорили на арамейском языке.
если встречаются евреи, да, это те евреи, которые могли жить в какой-то культуре, или они были более или менее ортодоксальные, но они говорили на арамейском языке. А эллинисты на каком языке говорили? На греческом. Вот в этом их разница, для того, чтобы отличить эллинистов от евреев. Поэтому еврей, это не значит, что эллинист не еврей, понимаете? Евреи в нашем понимании и те евреи. Но евреи, если вы встретите в Библии, это означает те евреи, которые говорили на арамейском языке. Иудеи, иудеи. Может быть, с одной стороны, это противопоставление. Как некоторые говорят, иудаизм и христианство, да, а иудеи взяли и его достали. Но вы знаете, что тут были еще национальные вещи. Был евреем Иешуа, а был он иудеем. Я еще раз говорю с национальной точки зрения. Он был галилеянин. Поэтому иудеи не любили галилеян. Галилеяне, которые галилеяне, это те, что жили в Галилее, в области Кеннерет, да? В области Кеннерет. Есть верхние и нижние Галилеи, Генесаретское озеро. Они не любили иудеев. Хотя по религии и те были иудеи. Понимаете, в чем дело? Ну, вот взять примеров, да, хохлы и кацапы. Значит, что такое кацап вообще? Неправильно. Касав, касав. На иврите означает сердитый. Касав, да? Вот если у человека нет кесов, то он касав. Скажите, кацапы, они к евреям хорошо относились? Или были сердиты в отношении к евреям? А вот так их стали называть украинские евреи, да? И все. Вот представьте себе, значит, разница между иудеями и галилеянинами, как между кацапами и хохлами. Приезжают в Москву украинцы, их любят. Вот так и галилеян в Иерусалиме любили. Поэтому в данном случае, может быть, слово иудеи, вот почему я размышлял, почему Евангелие Иоанна, да, написано иудеи, иудеи, иудеи. Это не есть противопоставление, что Иисус христианин, а они иудеи. Это не есть противопоставление. А здесь рассказывается о том, что это были разные этнические группы. Чтобы вы поняли. Хорошо. Первые гонения. Первые гонения, которые прошли на верующих в Иешуа Мессии, описаны в Деяниях, 6 главе, с 9 по 15 стих. Некоторые из называемых синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев. Александрийцы это жили в какой? Да. Значит, они жили, это александрийские евреи, находившиеся в какой культуре? Эллинистической культуре. Киренеи. Мы говорили, это область в Малой Азии. Это были евреи иерусалимские или иудеи? Нет. Да? И либертинцы, это тоже, судя по названию, либер, это какое? Латинское имя, да? Они вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости духа, которому он говорил. Тогда научили они некоторые сказать, мы слышали, как он говорил, хульные слова на Моисея и на Бога. Кто вот такое вот за богохульство тоже обвинил? Совершенно невиноватого человека подставил из истории древней еврейской. Царь Ахав, да? Да, обвинял человека, у которого был виноградник, да? Он не мог к нему придраться ни по какому вопросу, но он обвинил его в богохульстве, да? И здесь то же самое. И возбудили народ и старейшин и книжников, и напав, схватили его, повели в Синхедрин, Синдрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестанет говорить хульные слова на святое место это и закон. Ибо мы слышали, он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Говорил он такое или нет? Помните, он цитировал Иешуа, который говорил, да, я разрушу, разрушьте этот храм, вернее, я живой храм, да?
разрушите этот храм, я в три дня его восстановлю. И это говорилось не о храме Ирода, не о храме Соломона, да? Это говорилось о ком? О теле, да, это было иносказательное. Вот. И все сидящие в Санхедрине, то есть, смотрите, прошло 20 лет, и ничего нового не могли выдумать, да? Помните, как этих мафиози судили в Соединенных Штатах Америки? Ничего не могли доказать, да? Просто взяли налоговую инспекцию и за неуплату налогов их всех пересажали. Доказать ничего не могли. Так вот эти, да, поступили. Деяния, 8 глава, 2-4 стих. Стефана же погребли мужи благовейные и сделали великий плач по нем. А Саул, то есть Шаул, или Павел, терзал церковь, ходя в дома, и, влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Помните, его побили камнями за богохульство, да? А Иешуа Мессия не побили камнями за богохульство, да? Немножко изменилась тогда обстановка, и тогда, видите, стали разрешать Синедриону смертная казнь. А во времена Иешуа Мессии было разрешено Синедриону. Вот еще вы можете почитать, есть разные книги, я не помню, как одного из юристов израильских, которые показали, что весь суд над Иешуа Мессией, он был неправомочен даже с точки зрения еврейских законов самих. Я сейчас об этом останавливаться не буду. Итак, какие же практиковали три вида наказаний? Первое. Нецифа или незифа – это замечание, когда никому не позволялось на протяжении недели общаться с человеком, подвергнутым наказанию. Это похоже на то, что практикуется в церкви иногда, да? Похоже, правда? Вот. Потому что традиции те же самые, они перешли и в церковь тоже. Второе. Не дуй. Не дуй. Не дуй – это временное отлучение, когда виновника изгоняли из синагоги на месяц. Можно было изгнать на 2 месяца, на год. Нет. Либо на неделю, то есть до следующей субботы, либо на месяц, да? Либо третий вид – это был херем. Херем – это когда исключение. Исключение полностью выгоняет из общины. Херем. Херем. Можно ссылки в Новый Завет. Это 1 Коринфянам, 11 глава, 23-25 стих. Против кого применялись эти вещи? 1 Коринфянам. Там были некоторые, один человек, который совершал греховные поступки. Во 2 Коринфянам что с ним делали? Да, его простили, да? В 1 Коринфянам его отлучили, а в 2 Коринфянам его простили. Хорошо. Побивание камнями. Вообще, побивание камнями – это была очень серьезная казнь. Вы не думайте, что их там били чуть ли не на каждом шагу. Синедрион, который, по-моему, 5 или 6 смертных приговоров утвердил за время своего существования, считался кровавым синедрионом. Да. Понимаете, это была исключительная вещь. Это было исключительно. Помните, даже побить камнями прелюбодеев можно было только в том случае, если пришли 2 свидетеля и говорили, значит, если будете продолжать заниматься сексом, мы вас побьем камнями. Вот. А они говорят, нет, вот мы закончим, а тогда бейте нас. Поэтому вопрос, который был Иешуа с женщиной прелюбодеяния, это был конкретно провокационный вопрос во всех отношениях.